Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. Наверное, там что-то есть. Надо как-то расколоть лед. Мария Адула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной шестеро лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провиант и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремну.
случилось? Надо выбрать момент. Получилось. Теперь надо узнать, что там находится.
Вот это да. Зачем было брать с собой столько добра? Все кончено. Мы здесь погибнем из-за Каральды и безумия Троицы. Моему кораблю не суждено снова увидеть воду. Мы вошли в Ледовое море поздней зимой. Надо было повернуть назад, но Каральд решил во что бы то ни стало продолжить поиски потерянного пророка. Он и его воины с мертвыми глазами подняли мятеж. Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам. Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы и волочить корабль по суше. Отказ означал верную смерть и отлучение. Но смерть ждала нас в любом случае. Я позабочусь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами. Я всегда держу под рукой яд на случай, если корабль захватят пираты. Теперь этот яд пригодится для другой цели. Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Теперь он углубился в землю русов. Такое чувство, что он дразнит меня, подпустит на день пути и тут же снимается с места. К зиме я домой уже не вернусь. Я остановился в деревеньке у озера под названием Светлояр. Наслушавшись речей пророка, ее жители отказали мне в приюте. Пришлось заночевать на берегу озера. Какой-то юнец с иконкой пророка на груди попытался убить меня во сне. Пришлось показать на его примере, что ждет таких нечестивцев. После этого люди стали злобно коситься в мою сторону и плеваться, когда я прохожу мимо. Нужно скорее уходить. Безумие пророка расползается подобно заразе.
Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор. Какие были расп... Я ему уже ничем не помогу. Всем постам. Первый день в Сибири и нате. 2 года в Афганистане, еще один в Индонезии, и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Или сведения. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съесть не к черту. На троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым? Кто они вообще такие? Кажется, там что-то было. Я посмотрю. Понятно. Это еще блин откуда? Thank you.
Еще прибывают. Держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не восстановим связь с тюрьмой, будь начеку. Нам рассчитывать не на кого. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Нет, откуда знать. Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За эту ошибку кто-то поплатится. Отложи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под рукой. Чую, пригодятся. Так точно. Черт. Большая часть пайков после взрыва сгорела. Ха. Это никуда не годится. Нужно установить ловушки по периметру. С тем, что есть, я могу сварганить пару сюрпризов.
Все время истекло. Застрели его. Он либо заговорит, либо ты же понимаешь, что сдохнешь, если не расколешься. И не только ты. Я твоя семья. Все до единого сдохнут в муках. Красная армия приближается. Я следил за ними неделю. Смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли. И их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов. Ни похорон, ни костров. Эти чужаки — жестокие безбожники. Что они ищут? Драгоценные металлы в горе? Или, как многие их предшественники, они пришли за святым источником? Вновь моему народу пора готовиться к войне. У тебя, сука, один шанс. Говори, где остальные? Как думаешь, взорвали пару цистерн? Нам это как слону забить. Думаешь, ваша возня это надолго? Чёрта с два. Богом клянусь, не ответишь. Следующая цель. Ах, чёрт. Он нас... Только ты и я! Ну, надо. О, нет. Нет. Как оно там? Утечку вряд ли устранить. Тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый день. Сомневаюсь, что сможем найти здесь запчасти. Я оставил тебя за главного. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть. И понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Не бойся страданий. Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными. И войдете во славу святого источника. Боже, прошу! И что с ним делать? Нет! Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. Кажется, ветер сломался. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас сделаю. Держи крепче. Надо приложить усилия. Черт, муфта прохудилась. Можешь помочь? Да, конечно.
мы совсем без грёбаного топлива останемся. Как оно там? Чёрт, давай. Здесь Константин, тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще будет так охотиться за тайной бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает? Люди Троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться доверием местных будет полезно.